Есть ваше проповедник. Только 5 минут вопрос, потом дальше. Гуру Махарадж, а скажите, изначально кто дал Махамантру и какие плоды от нее повторили? Гуру Махарадж, please tell who originally gave Махамантру and what are the fruits of chanting Махамантру? Who really gave, I imagine Krishna gave. Я, насколько понимаю, Кришна дал изначально Махамантру. The fruits of your heart get cleansed. Плоды повторения Махамантры такие, что ваше сердце очищается. Yeah, that every day in the class. Мы каждый день об этом слушаем на лекциях. Okay, еще. Yeah. Раш, скажите, пожалуйста, бывает, Господь Баларама и духовный учитель действуют через преданных. Как понять, в какой момент действует духовный учитель, а в какой он не действует? Через преданных. Lord Balarama and spiritual master acts through the devotees. So at one point we should understand that the spiritual master is acting through the devotees, and at what point if he is not acting through the devotees. What do you mean acting through the devotees? What do you mean by that? Что вы имеете в виду, что он действует через преданных? Spiritual master is servant of the Lord. Духовный учитель — это слуга Господа. Servant of the disciples. Он слуга учеников. Servant of the Vaishnavas. Слуга вайшнавов. He's not master of anything. Он не является господином кого-то. He's just trying to remind you of Krishna Balarama instruction. Он просто пытается напомнить вам о наставлениях Кришны и Баларамы, чтобы вы духовно прогрессировали. Окей. Вопрос. Это быстрее. В начале лекции вы сказали, что Камсу услышал голос. А кто это сказал? In the beginning of the class you said that Камса heard the voice from the sky. Who spoke to Камса? Нарада Муни. Большое спасибо, Махарадж, за лекцию. У меня один вопрос. Вы в лекции говорили о том, что Нитинанда дал Грихастхам три совета. И первый совет это был, каждый семейный человек должен зарабатывать на жизнь. И второй совет это не привязываться к плодам труда. А третий совет какой? You said in the class that Nityananda gave three instructions to householders. Narada Muni. Это Нарада Муни, а не Нитянанда. Дал наставление Юдиштхире. The first instruction was that householders should earn the livelihood. Yes, and the second was that they should offer the fruits to Vasudeva. And what was the third instruction? To associate with advanced devotees who can tell you how to do it. Третье наставление — это общаться, что они должны общаться с возвышенными преданными, которые объяснят им, как делать это. Okay. Еще другие вопросы? No question for the ladies. У женщин нет вопросов? Господь Баларам является олицетворением истинной религии. Вопрос такой, почему он все-таки благоволил Дурьотхане, который является олицетворением пороков и, как мы сказали, слово. Lord Balarama is a personification of the true religion, and why he was favorable towards Duryodhana, who is a representation of the irreligion. He trained up Duryodhana in the art of love-fighting. Баларама обучал Дурьотхану искусству битвы на палицах. After all, they were all from the same family. И в конце концов все они были из одной семьи. They were just cousins. Они были двоюродными братьями. So I'm going to stop at this point. На этом я закончу.